Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Mitsumi на цоколь HB3 с температурой освещения 6500 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте у нас находятся две светодиодные лампы. По размерам и габаритам они идентичны галогеновым лампам. Мощность данных ламп составляет 15 Вт. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Верхняя часть лампы металлическая, нижняя, где разъем для подключения, из пластика. Подключается на питание 12 Вольт с помощью стандартного разъема для подключения. Система охлаждения здесь одна. Это верхняя часть металлическая. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости металлической колбы, таким образом не давая перегреваться светодиодам. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 Вольт. Лампа нагорается, отсвечивает неплохой яркостью. Цветовая температура, напомню, 6500 кельвинов. Мощность лампы 15 Вт. После установки любого комплекта светодиодных ламп в автомобиль нужно обязательно выставлять светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.